тоже на время отложила микрофон и под четким руководством Мухтара занялась работой над собой. Вот что я нашел в чемодане. В год змеи. Результат пятиминутной тренировки. Корреспондент. Ох! Да, корреспондент. И это за 5 минут. Единственное, что могу сказать, здесь очень жарко, но в принципе даже хватило мне. А мы кондиционер вам установим, у вас однокомнатный чемодан. Ей сейчас на работу надо, поэтому давайте мы ее уложим аккуратно. Утрамбуем. Все, плечо вовнутрь, все, и закрываем. Так, и здесь. Закрываем, все, и мы уезжаем на работу. Я ее отвезу на работу. Поместиться в том же чемодане Мухтар не смог. Голова не влезла. Наверное, потому что его год еще не наступил. В новом году черно-синий водяной змеи. Он уверен, обязательно повезет. Марина Фардинова, Станислав Слугин и Вадим Почкалов. Москва, 24.